внимание. Всем привет! И в этом видео я буду снимать реакцию на самое старое видео одного из популярных видеоблогеров Ярик Лапа. Ярик Лапа был раньше популярным видеоблогером, у него видео набирало несколько миллионов просмотров. Сейчас у него просмотры немного убавились, но в этом видео я буду смотреть самое первое его видео про Minecraft Classic. Поехали! Это Лапа с вами, и сейчас мы будем играть в Minecraft Classic. Так, у меня основная цель сегодня это Погоди, найти место, где я построю. Я рад за тебя, но мне нужно качество сделать повыше. Вот. Сейчас. Может быть, немного подтормаживать, но это немного, то есть оно не сильно будет тормозить. Надеюсь. Вот. Зато качество будет лучше. Свой основной домик. Дело в том, что меня эта местность вообще не устраивает. Она ужас какая. Ужас какая, потому я сейчас быстренько... Ну, я уже чуть подготовился, я уже все самое главное здесь выбрал, забрал, все есть. И готовлюсь к супер походу. Вот так вот. Сейчас я, наверное, да, пережду ночь и отправляем. Почему я начал с третьей серии? Потому что, как по мне, третья серия, она самая была интересная, где вот он путешествует, потому что первые две серии, они, да, как бы, были просто, где он копает, там, где он алмаз пытается добыть. То есть третья серия, как по мне, она самая, ну, интересная была. И вот четвертая, пятая, шестая, вот они уже более интереснее были, чем вот первые две. Потому что первая серия, он вообще просто показывал свой дом и, как бы, убивал зомби, ходил. Так что я хочу третью серию сегодня поснимать. Ну, если кому хочется там вторую или первую часть, то пишите в комментариях. Обязательно сниму. Путешествие. Так, вот у нас и утро, но дождик так и лед. Так, самое главное, что у меня должно быть все при себе. Так, еда есть, оружие, в крайнем случае все есть. Ну, все, отлично, я уже сейчас прям буду и отправляться, и это чудненько, ребята, чудненько. Моя основная цель, как и говорил, найти интересное местность. Мне нравится это. Но я, наверное, на этот раз пойду вот сюда. Я так думаю, где-то вот в этом направлении. Дело в том, что у меня есть только один шанс. Я бы не хотел сейчас умереть, и чтобы меня все забрали. Криперы, мои любимые криперы. Это я не хочу. Поэтому сейчас мы быстренько бежим. Чем быстрее, тем лучше. Ищем интересную местность. Местность. Короче, нужно найти что-то, потому что... Да, здесь у меня... Ой, не очень красиво. Так, ну... Ищем, осматриваемся, смотрим, что у нас здесь. Так, коровка, ну да, иди ко мне. Зачем иди ко мне. Убил, так, здесь у нас... Ну, так, вон сколько... Здесь у нас не очень, еды, нет, не то, не то, не то. Так, давайте я покушаю, наверное, да. Возьму стейк. И, ой, отправляемся дальше. Лучше бежать, потому что время идет в любом случае, и нужно за день, то есть за 10 минут, как знаю, 10 минут день найти. И не хотелось бы ночью просто ходить, рисковать так. Дело в том, что я уже ходил раз. Да, было такое дело, что я уже уходил и даже что-то построил, но я вернулся, потому что все равно там не то было. Так, вот что я уже нашел. Какую-то пещеру огромную. Может быть, за пещерой есть. Но дело в том, что я не хочу, чтобы вот такие вот джунгли как бы были. Ну, больше хочу, чтобы плохо. Просторность была, да. И все было без деревьев, проще, меньше этих гор всяких. Так, да, здесь, да, конечно, ужас ужасов. Но ничего, самая главная цель найти, найти. А там уже построить... Мы, ребята, с вами построим. Да. Так. Это самое главное. Что-то не очень. Отправляемся дальше. Мне здесь не нравится. Паучара какая-то. Что это такое?
Ладно, Ничего ладно, особенного. идем дальше, осматриваемся, осматриваемся. Так, опять эти джунгли, джунгли, джунгли. А, нет, нужно выходить наверх, пробовать. Нужно обойти, да, потому что это не делится. Ой, блин, здесь что-то непонятное. Ужас. Ужас какой-то. Не люблю я, когда вот здесь такие горы. Вообще, о! Воу! Ну хотя бы не разбит. Оу, блин! Блин, блин! Ладно. Ладно. Ничего. Нет, нет, нет. Блин, нужно обойти. Ладно. Эх. Ой, это нехорошо. Ой, это нехорошо. Ой, это нехорошо! Ладно, нет! Иди сюда! На-на-на-на-на! Все, сматываемся, сматываемся. Чем быстрее, тем лучше. Чем быстрее, тем лучше, ребята. Особенно, когда ночь Да, наступает. да. Так, мне нужно обойти эти горы. Здесь еще даже лава. Я в шоке. Пока прошло только 4 Опять минуты. здесь какие-то Там джунгли. наступил Сколько день. можно, ребята, сколько? Воу! Что это я падаю сегодня? Ой, опять, что это такое? Так, Ярик, думай быстрее, уже, блин, скоро ночь. Скоро ночь. Что делать? Что делать? М? Ничего не делай, потому что мне нужен конь. Я еще не нашел коня. Это плохо. Раз я не нашел коня, значит, нет смысла в этой местности. Местности. Ой, вот и перцы еще есть. Так. Конечно, по-моему, Так, две давайте персии есть. пробуем как-то Не было. опуститься. Ну и сразу забираем. Ой. Так. Заберем. Мне земля нужна будет. О, здесь вообще супер. Так, отлично. Тынь-тынь-тынь-тынь-тынь. Так. Смотрим вообще, что здесь есть. Так. Ну, не знаю. Я надеюсь, я не по кругу хожу, потому что мне кажется, что я здесь уже был. Мне... Ой. Мне что-то кажется, что я уже здесь был. Может и не По-моему, нет. был. Может и не был. Он Ладно, сюда давайте не я попробую пойдешь. вот сюда вот пойти. Он сюда. Он сюда Так, сейчас пойдешь. попробую. А, ё-моё. Так. Еда уходит. Еда потихоньку уходит, конечно. Ладно. Ну, идем сюда. Да, ребят? Я надеюсь, я найду местность нормальную, где меньше этих гор. Так. Ладно, ребята, ночь надвигается. Я быстренько беру булыжник и делаю себе маленький домик. Буквально вот такой вот домик. Мини-домик. Вот. Сейчас Ну. быстренько заделаю, чтобы ночь переждать. Мне кажется, Так проще вот. выкопать было. И вот так вот. Мне кажется, проще было выкопать под землю проще, мне кажется, было выкопать. И как раз-таки блоков бы добыл. И там бы кровать поставил. Мне кажется, так было бы проще. Делать под землей. Такой небольшой, типа бункер. Малюсенький. Я так обычно делаю. И вот так вот. И сейчас я поставлю факелок. Хотя он на горе находится, Один, но чтобы проще, в можно принципе, было вообще хватило бы что-то этого видеть. землю. Так, это временное жилье, как бы, чтобы переждать. Тесно И очень. я так понял, я так быстренько не осмотрюсь. Ладно. А как ложить? А, нет, вот есть. Отлично.
Опять джунгли, опять джунгли, опять и опять и опять. Там был написан Ярик Да, Пак, это, конечно, заголовок весело. клипа был. Это, конечно, Но это, весело. наверное, в прошлых сериях, я не знаю. Либо он... Прям вообще как весело, Там как где я люблю играл. джунгли. Я уже сколько иду и ничего нету. Ничего. О, есть дело. Ребята, есть дело. Пустынька, походу. Походу, пустынька есть. Не знаю, хорошо ли это. Может, временно перекантуемся в пустыню? Я еще не был в пустыне. Ну, по крайней мере, в Minecraft Classic. Ну, движемся, да? Движемся. Плывем. Стараемся. Стараемся, плывем. Да. Ну, так. Середина. Вот так нужно двигаться, вот так, да. Ну ладно, движемся, движемся. Так, Там здесь какая-то крепость. постройка есть, я Сейчас вижу туда уже вон пойдет, там. наверное. Наверное, точно. Там есть постройка. Давайте пройдем эту постройку. О, здесь можно было бы что-то сделать, я хочу сказать. Здесь прикольно, здесь хорошая местность, жара. Жара, и здесь есть как бы маленький замок. Так, и что же в этом замке? Есть такое Ни хера интересное. ничего. Там три сундука и Так, четыре там сундука. сундучки. И вообще, Три что это сундука, такое? по-моему. Что-то мне это не Там нравится, зомби если выйдет, честно. по-моему. Должен Не буду выйти. рисковать пока я не отложу все свои вещи. Не хотелось бы потерять. Так, А, он, движемся кстати, сюда, мы по-моему, пойдет. правильно. Этот замок. Давайте идем ближе уже к морю. И там К временно морю. построим домик. Так, Хотя сюда и... можно, кстати, можно. Да, здесь хорошая местность, правда, не то, чтобы я вообще это хотел. А может быть даже и это. Вот так вот. Мы отдаляемся, отдаляемся. Плывем вот на этот мини-остров. Мини-остров. Он как раз не очень далеко. И здесь можно что-то построить, ребята. Вполне. Вполне сейчас я возьму лопатку. Ой. Так, давайте быстренько опускаемся. Так. Так, забираем. Забираем, 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 забираем. И поднимаемся. Ой, нет. Почему я не могу забрать? У тебя О, места нет нет. места, нет места. Я понял. Понял, понял, понял. Что выбросить? Что можно выбросить? Вот это можно выбросить. И забираем песок. Есть. Забрали, 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 забрали песок. Поднимаемся, поднимаемся. Так, это не обязательно забирать. И для чего мне песок? Я сейчас вам покажу. Так, сделать как бы чуть шире. Вот здесь два блока. Здесь. Ой, ладно. Пусть уже будет здесь, здесь. Так, это можно убрать. Это можно убрать. И поставить вот здесь. То есть вот так вот. Так. 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 Нет, нет, не падай. Ладно. Ну, по два Здесь блока есть. надо. Вот здесь. Вот так вот. Либо же булыжник. Ну, что-то вроде этого. Что-то вроде этого. Так. Давайте я временно. Конечно, здесь территорию хочу побольше. Можно здесь вообще сделать большой остров. Можно было бы. Прямо Можно туда, да, было бы. прямо до горизонта. Потому временно я строю, наверное, с булыжника. Его Вырать не тяжело мог, это будет тоже. потом убрать. Но если маленькое что-то здесь такое вот построить, А, буквально ну, вот хотел территорию такое уменьшить. вот. Ладно. Вот так вот. Вот так вот. Так, На так и кто так. птичный день ночевать. Ну, хотя бы уже. Вот так вот. Так. Так. Ставим факелок. Вот сюда. И ставим сюда. Есть, отлично. Убираем
Здесь как раз есть выход, ну вообще идеально. И ставим дверь. Он дверь вот так вот. Успел когда-то, или он... Ну, да, странно. Домик, конечно, странный. Ой. А здесь почему тогда ничего нет? Ага. Здесь нужно застроить это все. Пусть он даже этот домик такой странный, но нужно, чтобы все было более-менее. Вот такой вот домик. Сейчас я быстренько поставлю кровать. И все. Вот где-то здесь. О, вот как раз супер. Ну, как раз супер. Отлично, отлично. Ну, вот и все, ребята, вот и все. Это как бы начинание. Это начинание. Здесь я планирую вообще увеличить островок, здесь песка добыть. Здесь, почему я хотел уйти? Я думаю, вам и так видно. Здесь жара как раз то, что у нас вот на улице. Тепло. Здесь песка, море. Ну, что-то можно будет придумать. Что-то можно будет придумать. Вот так вот, ребят. Спасибо огромное за просмотр данной серии. Смотрите следующей серии. Мы будем здесь строить домик, большой домик. Вот так вот. Спасибо за внимание. До новых встреч. Лично мне видео очень понравилось. Надеюсь, вам тоже. Всем пока.